Ну что ж, сейчас Кира Корпи лидер, а браво, браво, Саша Ивлева. Она вцепилась в свое место. А сейчас пока вторая. Будем надеяться, что продержится там как можно дольше. Ну а теперь эстонская фигуристка Елена Глебова, которую вот жребий, видите, занес сюда, в группу сильнейших, хотя год назад она была всего лишь 16-й на чемпионате Европы. Но жеребьевка была очень простая. Поделили прошлогодние результаты пополам, то есть первые 19 и вторые 19. И перемешали, что называется, их по двум половинам. Короткая программа от танго в вариации Ванессы Мэй. Очень любят девушки скрипичные музыкальные фрагменты. Хотя не всем они идут. С другой стороны, добавляют нежности и чувственности в катание. Вроде бы удачно. Справилась со скоростью, очень быстро она катится. Опасно во время комбинации спирали. Ну, это не срыв, конечно, это помарк, но не останется замеченной судьбой. Еще одна. Ну, потому что усталая и сложная достаточно дорожка. Надо держаться, держаться. Ой, как обидно, как обидно. По марке, по марке. Сделать самое сложное блестящее, а то, что попроще, чуть-чуть, конечно, смазать. Я помню Александра, как мы с вами говорили во время прошлого чемпионата Европы, после ее выступления, говорили, что если все пойдет удачно, если она будет слушать своего тренера, она занимается в Таллине в школе Анны Леванди, в прошлом Анны Кондрашовой. Анна, да. Леванди, Анна Кондрашова, в прошлом известная фигуристка, чемпионка Советского Союза была в одиночном катании. Да, что, конечно, талант налицо, хотя вот тут, конечно, прыжочек не докручен, но с другой стороны, скорость, скольжение, позиции. 17 лет еще, года 3, чтобы повзрослеть, понять требования тренера, понять свое место в этих соревнованиях, крупнейших соревнованиях. Понять смысл всех элементов, программ. Я думаю, года два и хватит на то, чтобы это все произошло. Да, судя вот по ее внешним данным, у нее все должно быть в порядке. Just one question. What about this popping out in the triple lutes? Yeah, who knows what happened? I don't know. I guess I just crushed into it. And I wasn't calm enough, so...
what you can do anymore. Just try your best tomorrow. Yeah, what do you expect for tomorrow? Пошла на этот прыжок, поэтому я не знаю. Наверное, недостаточно спокойно было. After today, and of course, only thing I can do is try my best and then see what comes from it. Thank you very much. Обычные слова, да, что несмотря на эту ошибку, задача подняться на несколько мест завтра по итогам произвольной программы. Но это вот 17-летняя Лена Глебова. Смотрите, как она эмоционально, да, переживает свою программу. Мало таких говорливых спортсменов и спортсменок по итогам.